трудно было понять, кто же свихнулся больше. Я или все остальные? Меня зовут Макс. Известно, что мир пал. Большинство людей в нем умерло. Мертвые не будут терпеть невзгоды ужасного мира, который напоминает, что те, кто родился в этом аду, не помнят ничего другого. Те, кто выжил. Те, кто по-настоящему сломлен. Они знают, что было. Я не говорю о наградах, Бог. Он был одним из таких людей, который проигрывал все. Снова и снова, и из-за этого он потерял рассудок. Это было бесконечное путешествие вдали от призраков мира свое. Прошлое он верил, что сможет заглушить какофонию в своем уме и обрести покой за пределами места, которое он называл равнинами. Молчание, теперь у него было транспортное средство. Оружие, провизия и сила духа, которых ему требовалось лишь несколько, и здесь было только одно место, чтобы идти. Слушай, мои апостолы Арты, ты охотился на одного, вот лис, который съел. Добычу из шершавых крокусов. Кто-нибудь скажет мне ответ, если можно.
Я хочу немного. Ответ. Давай идти. Эта неудача не остановит его, у него будет своя база, в которой он нуждается мысленно. И война приближается, потому что он создал смертельного врага. Эй! Эй, чего не следует знать? Да, я заметил тебя в длинных взглядах, я оставил тебя для мясных мух, и он схватил твою правую, и теперь ты будешь пытаться вырвать ее обратно, вот что значит тарелка с пророчеством, ты готов, водитель, это правда, чем ведро, твой человек, тогда я твой человек, да, да, у вас есть машина, которая может доставить вас к вашей машине, за главной буквой я, сейчас не бегаю, извините, я пришел сюда за запчастями, которые потребуют капитального ремонта. Не бастуйте, о, я знаю, ты найдешь меня. И разберешь меня. А нет, ведра, они глупые собаки, истекающие кровью. О, я могу это починить, но я делаю все, что могу, в своем убежище, в машине. Мне нужен провод, чтобы починить моего папу коляску. Я могу показать тебе, где они взяли черный, на черной вдове любящий воин на этом пути, но прежде чем пойти за крупой. Инг, ты, должно быть, бежишь в дыму. О, здесь я слышал кровавые звуки. Смакдаун, ты не да, хвала. Хвала, смотри, вот где густой. Коричневый цвет виск тележки, мясников загоняют. В нее, да. Посмотрите, мистер, Эскота. Была книгой Басра Гастон, видишь ли, братья. Всегда оставляют лучшее себе. Никого здесь нет, ты видишь, я не вижу земли. Окей, я возвращаю свою машину. Окей, подожди, подожди, моя дорогая. Это лучше для тебя, это лучше для я. Посмотри здесь, черный на черном. Обрывки тостов. Рассвет, она никогда больше не будет целой. Хорошо, теперь я могу построить маленькую машину. Приведи в творение. Теперь скажи, проваливай быстро. Быстрее, чем страх, крепче, чем игуаны. Иди, ботаны, иди со мной, слушай, увидишь я. Отведу тебя в Скинию, и когда ты увидишь то, что я собираюсь тебе там показать, ты будешь кричать свято весь день. Давай, посмотри, галлюцинация Госей. Сбылась, ангел управляется огнем, который перемещает поршень за тронио, невысокий для камеры U-образного сустава. Будь милостив, адвокаты, выдающийся опус. Вы говорите, нет машины, это просто недостающие детали. Нет, она получила знания от сверхъестественного. Вдохновленного, она воля в этом мире,
Посмотрите, здесь божественное встречается с приводным валом и симбиозом, верное, горячее, чем сделанное на заказ. Слушай, с этой старой религией, да, у тебя есть классический удар турбо, привет, собаки, скажи тебе, пилот, профи, испытанный под пытками, она технически модернизирована с овердрайвом чимбакет, закрыты пружинные амортизаторы, скоро станет светло, нет ничего меньшего шоу я, где это, да нет времени. Как настоящее, давай посмотрим, пойдем. Они, наш приз, право на взятие. Иди быстро, о, святой способ подняться туда. Это правда, эти пещерные туннели. Дорогая, больше, чем просто тело и несколько колес. Эй, чувак, запчасти. Помоги мне собрать весь этот металлолом, больше, чем просто тело, помоги мне собрать весь этот дерьм, просто не можем ли мы просто достать его? Это будет легко с горячей птицей, да, но сначала, если мы не ослабим их численность, почему это будет означать конец тебе, мне, Магнуму Опусу? Ладно, давай сделаем это, что ты хочешь, время построено для этого, чудака. Твой путь, каким бы извилистым он ни был, привел тебя прямо сюда, наша работа. Скоро должна начаться, твоя и моя, найди меня, когда твой дух готов. Ему что-то нужно, прежде чем мы повернемся назад, но у нас есть все, что нам нужно. Христос, вся наша работа, являющаяся великим произведением, тебе не понять, я вижу, у тебя есть свои тайные причины. Я пойду за тобой, потому что я думаю, судьба благосклонна к старому приятелю. Ах. Вот ты. Оборотень без письма крови. Остатки разрушенного прошлого, ты говоришь, что ищешь равнины тишины, но разве ты не удивляешься им прямо сейчас, остатки твоей жизни, держу пари, твое бегство. Побег от всего этого является человеком до тех пор, пока однажды равнины молчания не закончатся, и ты не начнешь юношескую цель в этой жизни, мой друг. Хотя ты боишься мечтать об этом, но боль станет гораздо более напрасной, прежде чем эта цель для тебя станет очевидной. Ты ничего не знаешь обо мне позади тебя в июне, после июня дрейфа я забыл террасу, ты всегда бежишь от них. Эти призраки прошлого и безумия, которые ползет внутри. Ты пришел к Гриффиту по какой-то причине, глубоко внутри, закрученный вокруг ужасов, от которых ты бежишь, ложь, твоя сила, Гриффи, может помочь твоему спуску вниз туда, где ты танцуешь, иди сам. Как будто это твое истинное обещание, да. Ты говоришь, о, спасибо, иди и посмотри, ты скажешь да, он своими руками
и благословением священного цилиндра. Она ожила, мой сладкий ангел. Сгорание, что я говорил тебе, Шестония. Шесть, да, именно. Ненависть, это волшебное число, ты и я. Мы собираемся высадить большого вождя, добросовестного. Мальчика из братства, да, 429 кубических дюймов, 460 лошадей. Святой Роланд, никто не сможет тронуть тебя на асфальте, заплати своему рыцарю, да, ты. Никогда не будешь вечно зеленым, где он задыхается. Пойдем туда, нет, подожди, ты не можешь просто пойти в заправочный городок. Нам нужна броня на моем ангеле. Навсегда, да, это занимает много времени, так что мне, вероятно, нужно купить парочку. Моя скиния, нам нужно идти. Это я. Джон Ведро и мастер жокей с гаечными ключами, и все еще черные пальцы, и активировать. Ангельское сгорание, ох, умоляет, да, это был твой водитель, есть ли у него какие-либо знания о медицине, боюсь, нет, твоя боль должна быть позже, я извини, но он водитель. С потусторонними навыками, да, ты видишь, пожалуйста. Пожалуйста, мы стремимся разозлить мертвых. Родители и все, моя дорогая, оно было уничтожено неверными мусорщиками, и нам нужно вылечить эту машину, если вы позволите нам работать здесь, почему мы там, где она, это святые настоящие. Руки и мои черные пальцы, которые мы передадим вам с искренним уважением. Хвала пророку, немного грустно. Это не такая уж и машина, которой ты доверяешь, этой маленькой обезьянке, пока. Не такая уж и крепость, осторожнее. Не надо, не хочу оскорблять человека в его собственном доме. Слушай, раньше мы правили на этом участке, а теперь военачальник контролирует все и приносит. Только смерть, военачальник, мошонка шероховатый, убей. Умри здесь, надери им голову, но его ужас переживет его предложение, тогда все мы. Могут ли они захватить эти земли, вы нам дадите, вы увидите свой гараж и туры, бо, я подумал, вы могли бы заключить сделку, а затем одеться, о, один взгляд на челюсть. Изменит ваше мнение, что это за челюсть, это ворота, у вас есть. Пройди, чтобы добраться до газового города. Ищи его сам, затем пройдут мертвые бароны. Прежде чем я это сделаю, у нас есть сделка, да. Ты ослабишь влияние этого мертвого военачальника, и мы заключим сделку, у меня есть. Сделка с Джейденом. Тогда ты построишь мне эту снайперскую винтовку, мы отправляемся, у нас есть работа. Заморозь меня,
Просто ты найди мне детали, а потом я начну ломать. Твои планы на эту машину, собирай ее. Ты должен сделать это, прежде чем мы сможем пройти мимо драгоценного камня. Эти черные пальцы готовы танцевать. Улу-улу, я знаю только шаги. Холодно, моя талия, классика, шансы на выживание вырастают в 10 раз, потом основы боли в сердце. Мы договорились. Давайте сначала вернемся к читам. И я покажу вам планы, скорость. Цепкость, долговечность, мне бы хотелось, чтобы у меня не было, используйте. Для таких, как вы, но, как вы можете видеть, мы здесь быстро таем. Чего вы добиваетесь, помогите нам удовлетворить некоторые потребности, и вы получите большую пользу, я позабочусь об этом лично, я посмотрю, ночь обещает. Дорогая. Это маленький график карбюратора, который мог забыть это хныканье на коварном сосущем лице. О, мертвую дюжину. Раз, если ты это сделаешь, мальчик, мы пришли, чтобы договориться. Подкинь мне маленького человечка, прежде чем я устрою кровавую забаву с твоим водителем. Мы частично с водой, видите ли, Боже, мы хотим освободить дорогу к святилищу мертвых медведей. Мое святилище разрушено, оно сожжено. Все, что у меня есть, пропало, у меня ничего не осталось, эту машину нужно лечить. И укреплять, да, и если вы позволите нам остаться здесь и восстановить эти руки. Черный палец, у. Тебя будет один шанс для меня, спасибо. Спасибо, спасибо, Пит. Мне нужна сварочная проволока, чтобы сделать мою работу. Сделай, пока я найду твой мир, эй. Пожалуйста, пожалуйста, детская. Болезнь. Фанат, дай мне это быстро, давай просто. Позвольте мне излечить их боль, пожалуйста, я скучаю по этим вещам. Не трогайте товар, так что убийца. Маленький граф, карбюратор говорит, что вам нужно прорваться через работу, я пойду к нему в гости, конечно. Теперь вы, это я много знаю о заправочном городе и работаю я торгую товарами.
туда и обратно все время, когда ты хочешь что-то сказать, это не сладкие разговоры, ты там, все в порядке, я видел, что наш пум-устройство твое неплохое. Он немного кое-что особенное, хотя, своего рода последний роскошь, скажем. Здесь ты и пригодишься. Нет, но челюсть выглядит внушительно, но у нее есть слабость, шарниры, ты наш. Может быть ключом, но теперь с этим слабым, зазубренным кончиком тебе нужна деталь покрепче. Что-то, называемое талантом, и он у тебя есть. Я знаю, кто доставляет неприятности. Человеку с петлей по имени Дим Рим, и Дим Рим, не помешал бы небольшой урок манерам ему и всей его колонне, так что я избавлю Дим Рима от этого таланта, но я считаю, что силой, и мы с тобой примиримся, да, тогда мы будем равны, я слышу, можно снести ящик с помощью этого, это звучит так, как будто получил работу за наличные, это возможно с помощью щепотки черной магии, что ты знаешь, ботинки, и ты сделала и очень хорошие, так что слушай меня. Тебе нужно будет укрепить свой гарпун, чтобы получить легко пройти через первые ворота, самое большое препятствие для тебя. Эти петли, поэтому все это требует черной магической взрывчатки с когтем. Создай тебе взрывной наконечник. Как раз, давай сделаем это. Дым не поднимается, дороги спустились. Канон, туманно, мы должны дать почувствовать свое присутствие. Нет, нет причин рисковать и спрашивать. Здесь, если розовый, я умру. Ты уверен, что это там, твои любимые пальцы? Англия, мои пальцы не подведут меня, сатана, но они бросают вызов тем самым, которые разрушили мое святилище, увидишь. Кого-то, кто вспомнит об ужасах, они принесли тебя, сделают то же самое здесь, и они не оставят никаких секретных инструментов, которые они сожгут, они могут нести. Тогда пойдем, да, колеса, колеса. Сложи руки, позволь нам с тобой вести переговоры, вместо этого никаких липких трюков. Покалывает сегодня, мы закончим, Джо, мои блоки. Колеса, сегодня он заканчивает Тоутиллерат. Если чертов гатин из всех вас все здесь, мастер, закажите этот мошонок, вы играете соло. О, это разрешено всем, привет. Хорошо, тренируйся. Ты скажи мне, сынок, скажи мне, что скажи мне, почему я должен не попаду пулей прямо между твоих глаз? Мне нужна твоя помощь, дай мне все понять, ты пришел сюда, чужой в моих владениях, и рискуешь своей жизнью, чтобы помочь нам. Да. Отчаянный. И способный, я думаю, мы можем вести дела.
Слушай, слушай, большой сэр в газовом городке. Можем ли мы ему доверять? Ох, эти люди не индейцы, да, и... 8, который мы ищем, вот здесь они говорят, чтобы... захватить большого вождя, нужно выиграть самое опасное желание, которое она говорит. Я говорю об этом. Рисе, заправщики называют его плачущим. О, он висит возле нефтеперерабатывающего завода. Свежее мясо для мясорубки, прямо из неумолимой талии, я хочу присоединиться к Райсу, видишь, уже поздно. Ты поставишь на этом свою отметку, тогда я посажу тебя в купол убийства. Ты хочешь, чтобы ты работал над кровью и схема мужества на пару лет, выживи, стань чемпионом, тогда, может быть, я смогу начать готовить тебя к новым гонкам. Нет, сарая Тонта, мне нужно присоединиться к гонкам. Сейчас, хорошо. Может быть, мы сможем найти место для человека твоего темперамента, да, в обмен на услуга, очень опасная, возможно, самоубийственная услуга. Видишь, это огни, но они выходят из строя. И когда они гаснут, я исчезаю вместе с ними, но... это человек очень отчаянный человек, где... взять мне новых, чтобы они следовали за мной, подожди, клевета, ты хочешь, чтобы ты кости, я хочу новых, дамы, да, я хочу их много, я спросил, их всю банду, багаж, копита. Журналистов, но никто мне не помог, у них нет камней для страны конюков. Скажите мне, где именно они? Исследуйте этому, и вы доберетесь до Буттев. В порядке, пока. Дамы, я буду сверкать на многие мили, они все еще живы, и теперь я присоединяюсь к Райс. Как будто вы это заслужили, давайте посмотрим. Спасибо, работа, просто у вас небольшой несчастный случай. И вуаля, новый участник, как ваш ник, Леди Бэй, еще одна вещь, тебе нужен партнер. Кто-то допущен к участию в боях на гонках в заправочных городах, на выбор осталось не так уж много. Я бы поторопился, о, чудо приходит, ах. Ворона ослепляет, добро пожаловать в круг света, в круг ожидания я. Вижу, что ты не здесь, чтобы участвовать в гонках, я вижу это по твоим глазам, я ищу отца, чтобы присоединиться к расе гастонов, они говорят, что ты знаешь, тем более, блестящая ворона, как я, так же легко польщена, я могу тебе помочь. В конце концов, назови мне имя, только об одном, левая вырезка. Раньше она гуляла по-крупному, теперь она сосет маску день и ночь, но... вороньи штуки, которых я стрелял в больших, могут стать плохой девчонкой. Где она? Я поддержу этот газ, но действуй осторожно. Она все еще любит ее, хорошее убийство мне нужен.
Боец, это мой, чтобы подать на меня в суд, ты не сражаешься со мной, нет, мне нужен боец, кто-то, кто станет партнером в дни гонок в заправочных городах, в твоей жизни, твой собственный. Кто-то другой, это не имеет значения, твоя любовь. Ты хочешь присоединиться ко мне, да, если ты сначала сделаешь что-то для меня и согласишься, мой отец умрет. Да, мы справимся с этим, показав вырезки мертвыми. Ах, это ее дело. Хитрая дымящаяся голова, она ворона, может поднять крыло и вытереть доску, но моя благотворительность, нет, ты свободно излагаешь свое желание, как таковое, ты мчишься за вороной, здесь, теперь ты приносишь озноб и разливы, и люди бросают что-то. Я позволяю ей соскользнуть мертвой, хорошо. Не так быстро, ты не гоняешь, что? Фанки джанк, слышишь, что резина не годится, подходит. Для моего наряда только демоны скорости на этой трассе. Вы настраиваете эту машину прямо тогда вы гоняете по моей асфальтовой дороге. Ваш долг выплачен. Вы, девочка, мгновение назад каждый день. Задыхаетесь, даунеры, мусорные блендеры, загрузка. Спецификации больших пиков. Посмотрите, какое сокровище даровано нам. Она. Свежая и вкусная лисица для нашей горячей смеси с сыром, так легко. Наложница. И все же у всех этих богатств есть только один хранитель, наш любимый чемпион. Но, увы, судьба чемпионов. И его жизнь может быть скоротечной, но сегодня вечером будет расплата за вас и его собственную. Отважный воин бросил вызов. Он поклялся вырвать толпу машину и наложницы у нашего чемпиона. Заглавная буква «Я». Пришло время, пусть люди знают.
зима и испорченная закуска. Он выходит из-под контроля, кто? Он, черт возьми, сегодня вечером, отличная картошка фри, выброшена, будет доставлена кто-то, очень дорогой нам все страхи. По возвращении. Возьми свою доску, мошонку, ты умрешь. Чемпион болванчик. Да, дитя мое, это поможет мне добраться туда. Как только я заставь тебя. Пожевать живот органический механик мой. Чемпион, он ранен, иначе ты натворишь больше. Беспорядка, чем он? Давай подойдем к креслу. Есть кое-кто, с кем тебе следует познакомиться, это кто-то из твоей собаки, мы все. Здесь друзья, друзья Немон не хочет об этом знать, хах, боится девушки, я. Не хочу, чтобы друзья ложились спать из-за этого. Ты не имеешь права прятаться здесь, ты. Не имеешь права отрезать себя только потому, что ты потерял нас, ты сделаешь это снова, муж, и на этот раз ты сделаешь это правильно. Ты сумасшедший, я сломал воина, возьми эту наложницу из пустоши в свою законную жену, я делаю.
Спи спокойно. Пиявка ньям парша варт, почему я был кровным. Был создан для величия, но ты. Дженни, ты подвела их, ты провалила нас, и теперь твоя кровь питает мою кровь. Мы прожигаем твои вены. Обжигаем твою душу, где она, женщина? Наложница, но, подбрюшье, ты всю свою жизнь, Дон, не знаю, почему она заботится о дерьмовом. Выстрели, как будто ты продолжаешь идти, черные нужды заставили меня. Джонсон Скротус рвет город ради тебя, нам нужно выбираться отсюда, я выиграл приз, где он, если ты поможешь мне? Моя дочь, ты дал мне шанс освободить ее, как только она сбежит с помощью старика, который я помог тебе, разве я не вижу, что стоит за безумием в твоих глазах? Я помогу тебе найти то, что ты ищешь, и тогда ты принесешь мне моего ребенка. Большого вождя, оно мне нужно сейчас. Сюда, вместо гаража для десен, тебе придется выгнать его оттуда, я найду тебя позже, и ты поступишь со мной. Забудь, переключись на другую сторону, нам нужно убираться отсюда к черту. Он думает, что собирается тебя разобрать по частям. Я пошел к большому чифу. Теперь твоя очередь. Папа, я никогда тебе ничего не обещал, я был неправ насчет тебя, ты такой же, как и все остальные, оболочка, пустая скорлупа. Привет. Где ребенок? Конечно, это. Скажи ей, поверь, ты скажешь ее маме, что Надежда ждет. Здесь, она будет здесь, там они. Встретит посредника этого жителя пустыни с его плащом и посохом, он защитит ее, скажи ей, что она, слава, ее. Имя, слава, слава. Милая. Я никогда не спрашивал тебя, как тебя зовут, Макс, меня зовут. Макс, станция нет хорошего места. Мам,
Старик сказал, что хранитель ребенка был его хранителем. Да, это почетная работа, да, но ты делаешь добро, лучше всего быть живым. Нет, каждую секунду здесь мы рискуем каждый день. Мы рядом с отрядом нежити, которого она убила, вот я говорю. Снова женился в этой катакомбе, мне нечего делать, кроме как бродить вокруг, пока случайно. Мисс Фуер не закричала: «Ребенок, но почему хороший?» Слова используют детей, чтобы копаться в поисках Лу, о. Боже, оставайся с машиной. Эй, ты знаешь, есть ли здесь еще один? С этим именем Слава. Имя твоей мамы — честь. Так что прямо здесь. Она зовет тебя Слава. Моя жизнь. Она ждет тебя. Где он? Где машина? Эй, эй, я думаю, ты говоришь грязно на работу, это был горбун. Где он, где машина? Я не знаю, я слышала, он сказал, что везет ее, где было скучно. Он сказал, что его это волнует, он злился на эту повозку, как будто она поднимала какое-то красивое имя. Корабль, который ты позволил ему охранять, теперь ты позволил этому случиться, меня это не касается. Теперь мне нужна твоя самая быстрая машина. Ты можешь взять ее туда, куда тебе нужно, твоя. Машина ушла, тебя предали. Так что, оставайся с нами, создавай жизнь, когда ты у меня будет еще один шанс, наш. Контракт выполнен, эй. Это подарок для тебя.
Вместе мы можем построить больше, чем спасательный плод. Окей, ты пришел за мной, я должен убить тебя. За это, эй, испорченная жвачка для стейка. Сказал тот, кто втянулся мой большой блок и моя наложница, не говоря уже о том, кто вонзил лезвие пилы в шершавую мошонку господа. Его мозг обратно, как будто разрезал мертвый пень, видел, как твоя поездка следовала за ней здесь, мы все следовали за ней здесь. Нашли твою обезьяну, и это было сделано, чтобы сказать о ты. Женщина, ребенок, эй. Ты, должно быть, будешь в тот день, когда папа умрет, он услышал эту. Обезьянью песенку и преследовал ее, ребенок, собачий. Лорд Скротус причинит тебе боль больше, чем ты мог бы причинить мне боль, он здесь прямо. Сейчас, убей его медленно. Ты любить сотрудницу по уборке, окей? Никто не... Запомнит мое имя, ты говоришь хорошо ты. Видишь, хорошо, я запомню, я обещаю тебе. Нет, я не знаю. Позже будет много рослин. Где Клорис Скротус, я тебе скажу. Где его найти? Я слава идет сама по себе, и твоя тень выросла, и моя кровь разожгла легенду, мошонка устроена, разгрузи ловкость очистительных равнин. На неделю, он послал специальную решетку британского Томаса органическому механику. Я отдал плоскую сторону своим соседям по квартире для тебя.
It is known that the world fell, and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know what was before. Such man, one who had lost all, over and over, and to this he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown.
I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. And Chumbucket is your man. I'm your man. Yes, I am. See, I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do, too. It's gonna need an overhaul. Don't go straight. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. Dog's bleeding out. Oh, I can fix it. But I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Oh. Here, I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not leaking, are you? Tell me you're not leaking. Huh? Praise be! Praise be! See, this is where the thick brow squat and cut. Those butchers. Infidels. I'm gonna. Oh, yeah, look. There. Scabbarus Scrotus is their king. Yeah. He's a big boss man from the gas town, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself. Yeah, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car. Bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Huh? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. Huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Come and see. Huh? Come and see, old saint. Huh? A dream. Hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the U-joint, blessed be, there she lies, the magnum opus. There she is. This ain't her car. It's just a mess of parts. No. She's knowledge from the numinous. Inspired. She wills herself upon this world. Look! See? Here. Divine meets drive shaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You might say with that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture-tested. Statically upgraded with Chumbucket overdrive. Coils and springs, shocks and links, too. It's gonna be 8 soon. There's nothing less. Yes. We'll get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes! Yeah. Come, no time like the present. Come on, Saint! We must go. Way to get up there is through those cave tunnels.
just a body and some wheels. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. Huh? I'll fashion a harpoon. I need more than just a body and some wheels. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. Huh? I'll fashion a harpoon. To stand a chance. She'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. There's something needs doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the magnum opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. And you need both of us. Ah, there you are. Shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life. A perpetual flight. An escape from all that is human. Until one day, the plains of silence end, and you begin. You've a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you. At June after June of drifting. Half-forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms. And the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason. Deep inside. Twisted around horrors from which you run. Lies your strength. Griffa can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Saint! Oh, Saint! Come and see! Come and see, oh, Saint! Yes, she's... With these hands and the blessings of the sacred Solenoid, she's come to life. My sweet angel combustion. What did I tell you? V8, not V6. Yeah, exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief! A bona fide bad boy, huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night, right? You'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods! Where is it? Gastown. Let's go there. No, wait. You can't just go to Gastown. We need armor on my angel for that run. Yeah, it'd take a long time, too. I'd probably need to get a couple of... Scavengers! Get in the car! Wait! My tabernacle! Let's go! Get in the car! Come on! We'll be right back.
Rocket, Master Wrench Jockey, and Skill Blackfinger, who's an acolyte to the Angel Combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrap monkey! Please! Please, we aim to enter the Dead Barrens! And all my gear, it was destroyed! My infidel scavengers! And we need to heal this machine! If you let us work here, why with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit! Ah, praise be the prophet! Let him inside. Not much of a car. You trust that little scrap monkey? For now. Not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. A proposition, then. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? The gate you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Barrens Pass. Right, before I do, do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord, and we'll have a deal. I have a deal with Jade. You build me that sniper rifle, then we head out. Praise be! Well, just you find me the parts, and I'll get cracking! Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. These black fingers are ready to dance, Saint! Oh! I know just the steps, too. It's called the Jack, a wasteland classic. We pull it off, and our chances of survival grow tenfold. In the harpoon? Soon. But she needs the basics first, huh? The car's weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. Huh? Here it is, Saint. My plans for the Jack. Oh, she'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look-see. I wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look, but no promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Everything a wastelander would hold dear. Plain sight. It's too strange. The wind and the guzzle went in the sacred house of the carb, yet now they travel together as one. Only a time to kill them. They venture forth into the many mysteries of the magnificent manifold. No!
the little count of the carburetor. Oh, who could forget that whimpering and the devious suckling face? Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got gas. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one, oh, he was sent to me by the angel combustion herself. Angel, we parley with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. Please. This car needs healing, she does, and strengthening. Yes, and if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these. The hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance from me. Oh, thanks. Thanks, B. Yes. Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leashed. Don't need any of his perversions on my ship. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find your welding wire. Please! 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 The child. It's the burning sickness. The fan! Give it to me, quickly! Come on! Just let me heal her pain, please. Don't mess around with that stuff. Don't touch the merchandise. So, killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the Talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this Talon. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Talon, huh? I hear it's possible to tear down the jaw with this. Oh, that sounds like gut gash, John. But it's possible. With a pinch of black magic. What do you know? Oh, you got balls the size of boojums. And you've done us some good, granted. So hear me. You'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate. Easy. But your biggest hurdle are those hinges. And that's why it all calls for some black magic. Explosives. Oh, yeah. With the Talon, build you an explosive jag tip. Those hinges right up. Boom. Let's do it. No. Smoke rises. Roots have descended. Oh. Cannon, piston! We must make our presence felt! No.
There's no reason to risk our skin here. If Pink Eye should die! We'll use the gear that's in there. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. Saint, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here. And they will leave no sacred tools. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. Then let's go. Yes, Saint. Wheels! 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 Lay down your arms. Let's you and me parley instead. No more sticky tricks, Stankum. Today, we finish it. Called my bluff, Wheels! It finishes today. The total eradification of all. You, everything here. Master order this? Scrotus word? Or are you playing solo? Oh, it's sanctioned. Tell me about it. Way up on high. Bring him out! You tell me, son. Tell you what? Tell me why I shouldn't land a slug right between your eyes. I need your help. Let me get this straight. You come here, stranger to my domain, and risk your life to help us.